Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов по книге «Великие музеи мира». Уильям Белл Скотт «Уна и лев» выставлена в 1860 году. Холст масла 91/71. Уильям Белл Скотт – известный шотландский живописец и гравер. В молодости он опубликовал в нескольких журналах ряд своих стихов. Также занимался художественной и литературной критикой. В 1837 году Скотт отправился в Лондон, где стал известным популярным художником. Он был знаком со многими прерафаэлитами и испытывал их влияние, что можно отметить и в этой работе полотно «Уна и лев». Создание данной картины живописца вдохновило опубликованная в Англии в конце XVI века поэма Эдмунда Спенсера «Королева фей». Одна из сюжетных линий рассказывает о красавице Уне, чьи родители были захвачены и заключены в тюрьму свирепым и ужасным драконом. Отважная Уна пустилась в путь, чтобы найти и освободить их. Во время своей трудной и долгой дороги она прилегла отдохнуть на зеленой лужайке, когда из леса вышел голодный лев. Вместо того, чтобы растерзать ее, зверь, пораженный красотой девушки, стал ее защитником и компаньоном. Эта работа была показана в Королевской академии искусств в 1860 году, однако достоверно известно, что позже мастер вносил в нее некоторые изменения. Ну вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Уильяма Белла Скотта «Уна и лев». Пока-пока, до свидания.